Оранжевые поливальные машины на улице Самарской готовы к эксперименту. Теперь городские дороги будут мыть не просто под струей воды, а шампунем. По словам производителя, средства универсальные. Им даже можно мыть полы, посуду, окна, зеркала, мебель и обивку. Отличие нашего шампуня от того, что применяется вообще в России и в мире, у нас нету ни красителей, ни отдушек. Это, можно сказать, моющее средство на основе натуральных павов, которое разлагается в течение полусуток после нанесения. Мы его можем вообще не смывать. Изобретение самарских химиков в разы дешевле шампуня, которым моют Москву. Стоимость 1 литра – 95 рублей. В одну такую машину наливают всего 10 литров средства, остальное – вода. Концентрация позволяет получить высокую эффективность при низких затратах. В перспективе таким шампунем будут мыть 700 самарских дорог. Проезжая часть становится чистой. Все те масла и зимние накопления, которые остались на проезжей части, они этим шампунем будут смыты. И проезжая часть будет чище. Чудо-шампунь сертифицирован и разрешен для использования даже в поликлиниках и детских садах. Причем как снаружи, так и внутри помещений. Производители уверяют, он не вызывает аллергии и абсолютно безопасен. Тест-драйв – дело серьезное, и новый экспериментальный шампунь мы, конечно, решили испытать на себе. Он будет подаваться на проезжую часть вот из этой большой машины. Давайте попробуем налить его немного в руку. Друзья, но он пахнет совершенно приятно, даже, я бы сказала, без запаха, и создает большую пену. Надеюсь, что и дороги самарские от него станут чище и свежее. Марьяна Мирная, Григорий Плешаков. События.